Итак, мы сейчас в Киришах на железнодорожном вокзале. И отсюда отправляемся в Апраксин. О, интереснейшее место. Сейчас мы подъехали на первый попавшийся в пути воинский мемориал. В пути должно их встретиться несколько, но этот довольно-таки масштабный. Вот Вова говорит, его в прошлом или позапрошлом году реконструировали. Здесь даже часовня есть. Вот оттуда мы выбрались, а лесовозы вот сюда себе отсыпали дорожку и здесь тоже испортили. Так что еще немного пешком придется пройти. Вот слева от меня руины какой-то церкви. Остался только остов и деревянный крест стоит на этом месте. Все-таки со спущенным колесом далеко не уедешь. Пришлось снять. Благо с собой есть запасная камера. Сейчас попробуем поменять. Ничего не поменяли. Опять змейка в пути. Вот она уходит в траву. Все, мы поедем дальше. Чуть не наступили на эту змею, чуть не наехали. Ветер поднялся очень сильный, даже не знаю, слышно меня или нет, потому что фильтр опять отваливается. Так, опять очередной круг. Вот мы в Любани на воинском мемориале. Thank you.
мы заехали в Пельгору, или в Пельгору, не знаю, как правильное ударение. И вот здесь располагаются руины старинной Никольской церкви, 1806 года постройки. На улице ветер только усиливается. Если с этой стороны пока еще солнышко, то вот оттуда грозовые тучи идут. Похоже, что мы можем вымокнуть. А здесь мы проехали недалеко предыдущих руин. В этом месте вот такая еще церковь. По сути, тоже руины. Здесь, по крайней мере, внутрь можно попасть. Да, эта церковь, конечно, в более худшем состоянии, чем предыдущая, потому что здесь крыши вовсе нет, и от колокольни мало что осталось. Ладно, однако тоже интересно. Действительно, не знаю, слышно меня сейчас или нет из-за такого сильного ветра, но явно видно, что эти тучи приближаются сюда, и мы решили медленно укрыться в руинах этой церкви. Вот по деревьям видно, насколько сильный ветер. Я сейчас со своим велосипедом пойду туда укрываться. Укрытие, блин, не очень хорошее. Я лучше на остановке бы укрылся. Хотя, может быть, да. Сейчас был настолько ураганный ветер. Мы даже здесь-то опасаемся стоять, потому что крыши нет. А тут уже кирпичики падали, но уж лучше здесь, потому что вот там огромный кусок дерева упал прямо вот на могилу. Но не знаю, видно или нет, вот при нас прямо. Недавно в Волкове прошла велоконференция Вело-47, и там всем участникам подарили дождевички. Вот я первый раз одел, не ожидал, что дождевик без рукавка просит. Я думал, хоть на пуговице что-то такое, не знаю, это такое одноразовое. Мы еще думали на остановке остаться, вот на той. Но ветер такой сильный, что там ее сдуло, все стены сдулись, так что там еще хуже было бы. Здесь, конечно, тоже опасно, но там остановку всю сдуло. Такой, блин, ураганный ветер я давно не видел, чтобы деревья валило. Да уж, нам повезло, дождика как такового здесь и не было, несколько капель упало. Вот еще те тучки в сторону видно. Что делать, рисковать, не рисковать, там вроде теперь чисто. Пора бы ехать, чтобы на электричку не опоздать. Еще 40 километров ехать надо. Girls with their nails done.
О, какой интересный деревянный церковь выехали. Эта церковь, конечно, не старинная. Ей примерно 10, может, 15 лет. Ну хорошо. Сейчас похожу здесь, посмотрю, что да как. Сегодня позади. Мы добрались до станции Апраксин, или до электрички еще минут 40. Сейчас будем отдыхать. А на этом на сегодня все.